Прием подачи, да? Я так понял. Не терять нечего. Прием подачи – это правильный выбор. Так, холодильничка надо вытащить. Так, что у нас открылось?
Maria. Thank you.
дело. Это вот это уже дело. А там где? Все, короче. Сильная подача и улетела. Какой июнь холодный стоит, а? Какой будет? Июнь было пекло все. А тут в июле, надо же. Центральный месяц лета. Холодно. Ладно, поедем в теплые края. Когда мы едем? 12 или 13, скорее всего, июля. На недельку, да? Угу. Потом сразу же на две недельки. Балатон. Уже прямо с того, с этого турнира, не, да? Нет. Сюда приедешь? Сюда приедем, да. Второй, это у нас первый турнир в Юрмале, тут недалеко. Так что. Юрмала. Потом подальше. Не, просто по деньгам оттуда ближе. Чем отсюда. Туда и обратно.
подожди. Ты все время рыбки рисуешь. Похоже? Счет. Это я знаю. Ну. Не рыбки, это ромбики. А я это как письмо. А, ну, по себе диагонали к вещи. Можно и так. Сейчас хороший матч будет. Купчинский Лопатки. 65 полуфинал. Ты как с Лопаткиным играл? А? Играл в жизни? По-моему, пару тоже играли. А. С ним в паре или против него? Нет, против него. И как? Против него. Выиграли мы, по-моему, дважды встречались даже.
пить надо, а не есть исправлять. Забирай, неси тогда. Водички попить. Газированный. А, газированный, это в машине. Герман, что, действительно в 3 день у тебя выглядит? Чего, Герман? В одном сети. Ты с Германом играл? Ну вот, ты передо мной с кем ты играл? С Германом, да. Ну что, он действительно 3 гема выиграл? Да, да. А во втором уже один? Да, в первом сете, да. Борьба была. Играли в выкупе. Я играл плохо, да. Кончай, ясно, я подкину. Чё ты? Как ты решился с Минкевичем играть в пару? Я первый раз в жизни. Yeah.
тоже так играю. А ты такой укорёченный, классно сделал. Да, один был хороший. Это самый из всех. Упорная пара идет. Вопросы-то против любителей просто. С азартом играешь. Ага. Это сколько уже? 3-0 или 1? 1. 1? 1. Когда же это кончится?
Я играю. Иначе не договориться. Я в первом круге играл с Агановым. В конце концов, судья стал играть. На второй сет уже. Судьёй играть.
мой товарищ.
Спасибо, голубчик, хоть подойди ламики. Подает, да, она на голдоне подает снизу. Она всего на грунте. Ну, он себя так обманчивал, ты хочешь, как Надаль? И он выиграл. Он улыбался, Надаль улыбался, видел? Да. Пошел к задней линии и улыбается. Короче, он его простил. Yeah.